Вы готовите презентации, записываете видеовыступления и рекламные ролики. Ваша цель – держать внимание аудитории для того, чтобы предложить им товар или услугу. Тогда я вам предлагаю освоить азы спичрайтинга. Зачем мне спичрайтинг, спросите вы? Ведь я просто хочу выкладывать ролики в интернете. Но именно умение составить и произнести убедительную речь дает нужный результат. И я это знаю по своему 25-летнему спикерскому опыту. С вами Елена Литвиненко, актриса, тренер по ораторскому мастерству. И я получила практические знания благодаря работе радиоведущей и 8-летнему блогерскому опыту. Конечно, спичрайтинг – это искусство, профессия. Но каждый уважающий себя спикер может стать сам себе спичрайтером. Хотите попробовать и узнать больше об искусстве составления убеждающей речи? Тогда я приглашаю вас на авторский воркшоп «Создай убеждающую речь за 60 минут». В прямом эфире вы составите свою короткую убеждающую речь с призывом. И потом сможете повторить этот опыт неоднократно. Вы будете уверенно озвучивать видеоролики и создавать привлекательные презентации. Жду вас на воркшопе!